праздников было утра, не захотела сегодня с вами поделиться. Ведь сегодня день особенный. 132 года тому назад, 26 апреля, родился поэт, творческое наследие которого восхищает современников. По сей день его исторический вклад вдохновляет новых художников на познание истины. Поэт Тукай был верен до последнего вздоха. Сегодня, в день рождения великого татарского поэта и просветителя, в нашей республике отмечается еще одно знаменательное событие – День родного языка. Символично, что эти две памятные даты мы ежегодно празднуем в один день. В этом видится глубокий нравственный смысл и устойчивая связь времен. Хорошо известно, с каким трепетом относился поэт к родному языку, называя его святым и прекрасным. Родной язык, с тобою смело шел я вдаль. Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль. На протяжении 20 века создано много произведений изобразительного искусства, вдохновленных личностью великого поэта и его произведениями. Каждое творение художника, обратившегося к Тукаю, пронизано искренним чувством. Каждый отражает свой взгляд и свое прочтение Тукая. Все они обогатили национальное изобразительное искусство, придав ему особый аромат и открыв каждой свою страницу. Дорогие друзья, для вас выступает лауреат многих региональных, районных, международных конкурсов вокальный ансамбль «Чишма». Ведь они будут акапельно. Детской музыкальной школы искусств Тагирова и Софьи Басарьевой.
мы не можем об этом не сказать, не можем это не отметить, потому что она тоже член Союза художников Республики Татарстан. Не в обиду вам, дорогие художники. Мы всегда это как бы подчеркиваем, что мы тоже принимаем активное участие нашей бабы на любых таких выставках. Дорогие друзья, сегодня я хочу предоставить слово нашему любимому, нашему уважаемому, нашему дорогому Мудальцу Мухиддиновичу Мингазову. Если вы еще кто не знает, дети, то это член Союза художников России, это народный художник Республики Татарстан, это заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Вот познакомьтесь, ладно? Исәнсез хөрмәтле балалар, исәнсез хөрмәтле балалар, сәнгать парвәрләре. Дорогие друзья, мы знаем Бабинский музей умеет встречать гостей. Они любят гостей, и мы всегда сюда приезжаем открытой душой и всегда подарками. Вот. Сегодня подарок, как видите, это выставка художников Республики Татарстан. Здесь художники и Нижнекамск, и Набережных Челнов, Заинска, Виногорска, из Казани и других городов. Художники с удовольствием принимают участие на этой выставке. И, честно говоря, мы хотели отдельный особенный подарок к этому празднику, к этому музею прекрасному, вот именно вот эту выставку. И сейчас вот свежими взглядами смотрю, выставка получилась. Я горжусь за своих коллег, художников. У всех художников особенное трепетное отношение к Абдулле Тукаеву. И мы вчера привезли эту выставку, и чтобы быть с вами участвовать на этом празднике, остались здесь, ждали вот этого часа. Нас принял наш именитый художник, коллега, это Горлан Николай Матвеевич. И все время говорили об этой выставке. И всегда вот я душой хотел вас видеть. И вот, наконец, вот эта добрая встреча. И встречи с нашими коллегами. Вам огромное спасибо всем. Желаю праздничного настроения и успеха во всем. Вот и все. Теперь я вас хочу познакомить с заместителем председателя Союза художников Республики Татарстан, членом Союза художников Республики Татарстан, Шлябиевым Альбертом Хазинуровичем. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, любители искусства! Здравствуйте, дорогие горожане и почитатели творчества нашего именитого поэта, нашего гранда, нашего все Татарстана, Габдуллы Тукаева. Как уже сказал Мудальц Мухиддинович, мы с огромным удовольствием привезли эту выставку и с таким, знаете, неким трепетом, потому что знали, что эта выставка нужна. Мы хотели познакомить бавлинцев и гостей Бавлов с творчеством Союза художников Республики Татарстан, с их отношением к Габдулле Тукаеву, с их вот таким, знаете, тонким воззрением. И работы, как вы видите, совершенно разные, они только радуют. Здесь ведь есть и афорты. Здесь есть и живописные работы, здесь есть и сатирические работы, но эти сатирические работы такие добрые, что они абсолютно произведения искусства, произведения живописного искусства. Сегодня мы рады очень видеть, и я согласен с тем, что отметили Зульфию Басаровну, мы приехали сюда в музей, как к себе. Член Союза художников Республики Татарстан Зульфия Тагирова, она участник и не только этой выставки. И мы с удовольствием привозим выставки в разные города. Сейчас, например, мы будем через какое-то время открывать выставку в Джамиле. Через какое-то время мы приедем сюда с очередной выставкой. И все эти встречи, эти выставки, это только с огромной радостью проходит. С огромной радостью и видеть детей. Видеть детей, которые впитывают эту всю атмосферу, впитывают вот эти вот краски, я имею в виду цвета красок, впитывают вот это отношение
Габдулле Тукаев. Отношение художников, известных, именитых, везде есть и заслуженные художники России участвуют в этой выставке, народные художники Республики Татарстан, не один, заслуженные деятели искусства Республики Татарстан, даже участвует художница из Октябрьского, то есть вот такой размах получила выставка. Сегодня я хочу к этим словам добавить вот такой некий презент для музея. Хочу преподнести музею справочник художников Татарстана. Здесь все художники Татарстана. Большое спасибо. Спасибо. С любительницей татарской поэзии, которая уже на протяжении нескольких лет учит стихи, Эльвира Масикова. Послушайте, пожалуйста. Абдулла Тукай, туған ауыл. Тау башына солынған бір біздің ауыл. Бір шешме ғор, жоқын біздің ауылға ғор. Ауылы біздің емін, суы тәмін білем. Шуңа көре сүйем, жоңын, тәнім білем. Құдай шында жон деген, мен шында туған. Шында әуіп күлән аятын оқыған. Шында білдім әсіміні сұрған өкімен. Нешік мекмен, жасар күлдер, нешік тұрған. Истін шықпы менің мұнда көргенлерім. Шатлық білән болмап, ғымыр сүргенлерім. Әбей білән бірген әшіп, қара жерімен. Сыққа білән ертіп-ертіп ергенлерім. Бұ дүнияда бәлкі көп-көп ішілер көремін. Белгісіздер қоя тұршылар бұл тәкдерім. Қоя болсам, қойда тұрсам, не ішіләсәм дәр, қатырымда мән деп атыр туған жерім. Спасибо, Елена. А теперь я хочу предоставить слово члену правления Союза художников Республики Татарстан Тимофееву Виктору Евгеньевичу, нашему гостю. Добрый день еще раз. Ну, взрослым рассказывать, ну, как-то Тукай, наверное, не надо, а вот ребятам, я уж не знаю. Они, наверное, знают. Вы вырастете, вы рисуете, и сами нарисуете своего шурале. У каждого из нас получается свой шурале. Но надо только помнить о том, что вот была древняя Греция, да? У нее были Гомер, в России был Пушкин и есть остался. А у нас с вами в Татарстане есть Габдулла Тукай. Это такая же величина, огромная. Но это все потом к вам пойдет. И слава Богу, что вы, в отличие вот от меня, я, вот, положим, не владею татарским языком. Я не могу прочитать, к сожалению, без перевода. Но дай Бог, чтобы вы могли это делать. Потому что есть язык, есть культура. Никуда это не денется. И очень хорошо, что вот у вас, в вашем городе, в таком, в молодом, есть музей, куда можно прийти, где вот нас принимают. Не то, что это очаг, а культура, у которой греется. Теперь у нас много всяких очагов. Но должно быть место, где можно потрогать руками. Не только увидеть там на экране, а потрогать руками какие-то вещи. А это вещи ваши собственные. И они гораздо ближе для вас. И вот очень хорошо, что нас здесь, который раз просто вот всегда принимает и понимает, для чего это надо. И самое главное, что вы сюда приходите, тоже понимает. Может быть, и не понимая, для чего это надо. Но вот вы пришли, посмотрели, посмеялись, улыбнулись, ушли. Все это вспомнится потом. Все это останется у вас. И дело в том, что мы живем с Тукаем, что вам придется жить с Тукаем. И Тукай, слава Богу, уже и без нас не будет, и мы без него не останемся. Вот поэтому еще раз, поэтому и картинки такие. А вы нарисуете каждый себе своего шурале и подумает о том, хорош он или плох, дух ли это добра, дух ли это зла. Все это настолько сказочно, неоднозначно. А Тукая еще можно всю жизнь учить и еще в нем не разобраться, потому что это такая огромная величина. Ну, может быть, и не надо вам так говорить, но об этом хочется сказать. Поэтому большое спасибо вам за все это. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Да, ну, нам
воодушевленные, чтобы вы пришли домой и чтобы ни в коем случае не сказали, что вот время прошло зря, что этих слов, конечно, не было. Наоборот, мы хотим, чтобы вы в таком творческом каком-то полете ушли. Кому еще слово предоставить? Кто еще хочет сказать? Нет, мы всегда поддерживаем. Вот сегодня в машине приехал. Действительно, вот правильно стал сегодня день рождения Тукаева. Утром по телевизору и по радио, в машине едешь тоже. Песни посвященные ему, стихи его считают. Это очень хорошо и очень отрадно здесь вот по этому случаю. У нас, кстати, постоянно проходят здесь вот эти выставки. Мы как проводили это очень серьезное мероприятие, я бы сказал, мощное мероприятие было для нашего района. И благодаря вам, художникам, этот про наш район не только в республике, и в России узнали. Это, ну, я вот приветствую вот эти такие мероприятия, поэтому с удовольствием открылся на ваше приглашение, от Башкирии был, думаю, из Фейбы, Сергей, дорога. Дождь был успел все-таки, хотя в конце. Я желаю вот эти, я как понял, молодые художники, да? Будущие уже. Под им желаю тоже успехов. Не зря говорят, красота спасет мир. Это и есть, без этого никуда. Через ваши картины люди познают мир. Всем успехов. Спасибо за приглашение. А то я пропустил, не знал, да. Ну, девочки, мальчики, хотите что-нибудь сказать? А? Для больших тетенек и дяденек? А? Кто-нибудь? А? Ну, скажите. Ну, нет пока, не готовы. Вот есть. Они нарисуют. Да, хоть ведем. Да, молодец, умничка. Хочу я пожелать художникам всем добра и счастья, чтобы они всегда красиво рисовали, чтобы их картины всегда были в музеях. Я хочу, чтобы пожелать им добра и счастья. Молодец, умничка. Спасибо. Молодец, умничка. Есть такие добрые пожелания сегодня от подрастающего поколения. Сегодня, ребята, у нас в гостях ветеран педагогического труда. Это бабушка, которая много-много лет с детишками проработала. А сейчас она к нам приходит и занимается с рукодельницами и мастерицами. Это Аниса Султана Бектимирова. Вот она тоже хочет сегодня что-то сказать. Да. Здравствуйте, ассаляму алейкум. Қадірлішілеріміз, әрбірсі туғанларымыз. Мен мұнда келген сайын шушынды шырашуларда біз енді мәдәрес балам білен апарып шулай әйткеш. Мен енді туған дейіз. Мен мұна шында илахи шырашуларға келгеннен сан мен үзімді яңадан туған тұғыт әлі 70 ешті пуда мемін. Яңадан тұғым да мұна шума тұрлықны көруіме бейхисап мен бейк шатмын енді. Бұл бет яңа тұғып, яңадан шында матурлықны көру өзі бір бәхіт. Маңарға тіл де керекмей, сөйлеу де керекмей, көзгене қарап, бүтін тілдегі, бүтін діндегі кішілерді аңлайтырған тілді сөйлесіз сіз. Сіз бұл поколение бүтін алдағы үлішілері бізге де шушыны жеткіресіз. Мұны бүт сүрттік те болмай, бұл мәңгілік. Мәңгілік сіз алып барасыз шушындай илахи матурлықны. Әр бірсінің тілі өзіншелікілі, бірсінің бір түрлі болса, бірсінің бір түрлі. Мұнда мүсілман қыларет, ұрысшада, татарчада, ұлтмұршада, біз барымызда бір тәрдеш, бір дин әрлілері, дин әрлілерімізді ала кішілер деп етесің келеңді. Маңарда шушыма тұрлық, әр вақытта да бізге тұнышлық, әткенше красота спасет мир, ол бит біздің дауамшыларымызға, міне ол біздің дауамшыларымыз. Башыбызда басып тұрмышылар, келешекте алашуларды іскеп жүріп, шоңарғында дағы яшырап етіп, сізнің мұна шушы білген матурлықына дағы да қатлап-қатлап матурлап еттіріп көрсетіп, мұна неше еңлер көпкен болса да, бізге яңа образда, біздің тупайымыз білен 130 жылғансында ұшырашамыз, яңа туған, яңа илахи матурлықына ұшамыз.
взяли она эти вот кириленчи ошау дызны, біздің балаларымызды ошы бітірмес, әлхамдерлі. Мұның матурлықны, нендегіне түстеге, хәр бір кіші өзінше көре. Бұл сыйқыры матурлық. Бұл сыйқыры матурлықны бүтін кішінің де өзі көрі бітіре әлмей. Мен өзі бізнің Зүлфия Басарымыға қалат-қат. Хәр бір бізнің үшінші көзі, үтінші бүтінейге екінші түрлі көрсет атырғанды. Мен бір түрлі көрсем, олар бүтінейге екінші түрлі. Яшлар бүтінейге екінші түрлі. Бұл бүйт біздің мұна шушы келешегі бізге. Мұна шушы сіз олып барушылар. Әлхамдірлі тоға келешекті де келіп-келіп көрсетіп, біздің доғамшыларымызға шуны беруімізге, сіз тоғы да доғамшылар бұл, зұр шешмелер, денгізлер болып, сіздің ижатларыңыз ақсын, қат-қат тоғы шырашып, біз қортларыны тоғы да ешәрттірге насып болсын, Раббым келешекті көрішулерін насып болсын, амин. Бек зұр рәхмет балақайлар сізге келуімізге, шушынды үйрі алмағанда да миньонадан өлгенді тірілді дәріс. Өліп өткенде мен ұжы яңадан жан үрілі келемді шыршындайларға. Бек зүр рәхмет барыңызлар. Үшірашулар қат-қат болсын. Амин. Бек зүр рәхмет мұндай үшірашуларының болуына. Барыңызға рәхмет. Амин. Тауани Алиса Сұлтан. Дорогие ребята, внимание, ладно? А сейчас я вас хочу познакомить с членом Союза писателей Российской Федерации, с нашим краеведом, общественным деятелем Виталием Николаевичем Козловым. Хайлыкен, здравствуйте, Рыжон Булдар. Тугай тілі, туған тілі. Вот этими словами, на этом примере, не будучи татарином, я полюбил его, я читаю произведения на татарском языке. И от Шурале был воспитан. Шурале уже детство мы знали. Это сказочное, неповторимое произведение, которое увековечил татарский народ, татарскую поэзию. Вот эту великую, прям скажу, без преувеличения нации. Неповторимую каждый. Я не стану перечислять, сколько народов где живет. Но вот эта земля, на которой мы стоим, где мы живем, она не только гостеприимна, она талантлива, неповторима. Не только нефтью, а людьми. Сколько таких выдающихся людей вышло. Ну, в этом плане каждый, кто где родился, вправе гордиться. Я не отбиваю, но и бавлинцы хотят наряду с родиной Тукая гордиться, знать, ценить, любить вот эту нашу, ну, не только родную, любимую землю. Конечно, такие мероприятия в музее проводятся регулярно. Приезжают люди, радуются. Талантливый, я бы сказал, коллектив, не только трудолюбивый. Работники музея всегда душой принимают, а также вот уже. И потому к нам люди тянутся. Тянутся люди. И вот сегодня вот вы правильно сказали насчет подрастающего поколения. Абгали Мович, вот художники. Не знаю, кем они будут. Но любить они тоже будут, ибо они воспитываются в этом окружении, в этой атмосфере. Спасибо вам всем. В общем-то и говорить нечего. Я рад за вас. Рад за себя. Ну, а сейчас, наверное, мы с большой благодарностью послушаем экскурсию Альберта Хазинурыча вот по этой выставке, вот где-то вот отсюда начать, наверное, да? Чтобы люди шли за вами и как бы внимательно будем слушать, о чем, то, когда. Подходите, ребята, подходите, просто подходите. Наверное, вам интересно будет? Конечно. Здесь есть техника, здесь есть техника.